Томские футболисты полгода не получают зарплату. Без довольствия остались и другие работники клуба «Том», это повара и водители. Накануне они обратились напрямую к губернатору области. В письме футболисты просят Сергея Жвачкина о личной встрече с целью прояснить финансовую ситуацию. Областные власти и руководство «Томи» ранее заявляли, что долги будут погашены в ноябре, но до конца месяца остается всего 2 недели, что вызывает обеспокоенность игроков. Сегодня они поставили руководству ультиматум. Если проблемы не решатся, то после матча с «Терриком», который пройдет в ближайшее воскресенье, команда объявит забастовку.